Госдуме посоветовали россиянкам рожать в 20 лет. Считают, что при такой ситуации женщина сможет иметь 4 ребенка и тем самым поддержать нацпроект «Демография». А зачем увеличивать численность населения, если экономика от этого упадет, работать меньше будет, ну, где людям? 20 лет – это слишком рано. Надо отучиться сначала, какую-то стабильность поиметь. 20 лет – это вообще. А погулять? А стать человеком, встать на ноги, а то родить ребенка там много ума не надо. Вот что-то да, дать ему и воспитать. По 4 ребенка иметь, надо сначала зарплаты поднимать людям. Тут надо заботиться не о том, как побольше бы детей нарожать, а о том, как бы их поднять потом. Положительно. Потому что семья состоит из слова «семь», «я». Было бы желание, возможности найдутся. Я не знаю, у каждого свои обстоятельства, поэтому советовать рожать всем в 20 лет, ну, мне кажется, еще надо доучиться людям, как минимум, приобрести какую-то профессию, работу, а потом уже заводить семью и детей. Ну, как вариант, может быть, но я думаю, это не единственная причина, чтобы рожать именно в 20. Ну, что это решит, я имею в виду. Я думаю, много причин. Почему люди заводят детей в основном после 30 уже? В основном это деньги, желание реализоваться, особенно девочкам, страх. При хороших, благополучных условиях жизни, правильно? И возможностях. Поэтому нормально. Вообще нужно отталкиваться, конечно, от социальной обстановки, ну, в стране. А сегодня уже и в мире, да, чтобы детей своих гарантировать им какое-то благополучие, здоровье, поднимать их, конечно. Вот. Самое главное, чтобы работа была у людей. Самое главное. А детки, они всегда во все времена хороши. Я считаю, что если молодежь приняла решение, пусть рожает.